Если, конечно, оно может быть доброе, с таким пасмурным видом из окна. Может быть такое, что, допустим, вот сейчас день, идет дождь, через полчаса выглянет солнце, потом снова спрячется и пойдет уже не дождь, а какой-нибудь град. Ну, допустим, вот вчера так было. Дождь усиливается. Сегодня пойдем покупать билеты на 8 число, на 8 мая. У меня 9 день рождения, и уже как-то так сложилось по традиции, что здесь, в городе, я его не отмечаю. Всегда куда-нибудь сматываюсь отсюда. Самое интересное, что каждый раз с разными людьми. Но я надеюсь, к вечеру погода улучшится, потому что я планирую еще прогуляться. Если, конечно, такой ерунды не будет за окном. Куда будем брать билеты? Секрет. А потом все сами увидите. На пасеку? Да. Там дедушка продаст нам билет. Я не хочу на пасеку. Я планировала на море. Ты подстригся? Да. Кинули сейчас деньги на карту, чтобы купить билеты. Закинули много. Должен... 457 рублей 20. Готовимся, уже остался. Сколько осталось? Месяц? Чуть больше. Месяц и... 5 дней. Сережа, как ты там? На плече, да? Что у тебя одна? Слушай, не умазать. Как она оказалась сверху у тебя? Так и была. Ты так нес? Все очень странно. Вечер пошел не по плану. Решили подработать грузчиками за 100 рублей в час. Причем у троих. Покупаем билетики. Вы уезжаете? Деньги свои. Почему уезжаем? Что? Мне сказали, что вообще хрен. Придем тут и покушаем вату шоколадную. А мы как уезжаем? Вот туда. Терминал.
сказала. Да, и что там сделать? А вы там куда пришли? Сколько мы стояли? Минут 3 секунды. 5. Минут 5 стояли, устали очень. Конечно, это ужас вокзала. 5 минут стоять. Но наконец-то наша очередь подошла. Мы закупаемся продуктами. Это нам надо было к терминалу идти? Да, да, но видели, что мы свободны, и сказали, давайте. Через терминал. Если человек не обременен интеллектом, тогда его оставляют на кассе, он покупает там билеты с помощью девушки, кассирши. Если видят, что у него есть задатки, способности приобрести так билет, идет вот в тот терминал, уже. Деньги кинуть, покупает. Но, как известно, 99% людей не способны, поэтому мы все стоим тут в кассах. Я этого не понимаю, кинуть деньги. Ну вот именно, никто не понимает, поэтому все стоим. Линия в 20:43 Москвы. Вагон 4, 25-26-27, с бельем, прибытие 10, 8:42 Москвы. На посадку внутренних документов данные сразу проверяйте. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. И мы едем в путешествие. Их надо съесть, наверное, чтобы сбылось. Недолгое, веселое путешествие нас ждет. Будет круто. Следите за мной. Ну, за мной не сильно. Это общество. У меня один билет, у них по два. Я назад. Денег не хватило мне назад. Я на покупках. А может, ты не поеду? Извините, не знаю, что ли. Прыгай всегда. Встала на весы, и мне стало страшно. Еще в том году была 54 килограмма, сейчас 63. И серьезно, вот мой оператор делает удивленное очень лицо, но это так и есть. Можно продемонстрировать это сейчас на весах. А где весы? Но вы можете убедиться, что весы на нуле. Наверное, оттуда, да, лучше снимать? Все без обмана? Да. Я в состоянии, как были на нуле, так и есть. Так, 60 это... кило. Угу. Моя цель к июлю где-то, чтобы я была 55-56. Я буду выкладывать, что я ем, что не ем, от чего отказываюсь. Буду что-то покупать и потом выкидывать в помойку. В общем, вот это мы будем убирать. Это что, весь спорт? Ну да, я думаю, 20 килограмм я скинула. Надо встать на весы. Я же тренировалась 2 минуты, по-моему. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing we will. Взяла духи. Вот если честно, фиг пойми, как они вообще открываются.
Сейчас пытаюсь. We will rock you. We will rock you. Если мы питаемся правильно, то, наверное, надо взять вот что-то такое. We will rock you. We will rock you. We will... Не знаю, вообще, куда зашла. Где тут выход? Какие-то железные пути. Я вообще не знаю даже, где это. We will rock... Подписывайтесь на канал. Ожидается много...